кого-то мир – это семья, где его любят таким, какой он есть. А для кого-то мир – это спорт, источник постоянных движений и адреналина. Это как для кого-то мир – это всего лишь работа. Раньше я редко думал насчет своего будущего. Мам, я пятерку получил. Ты не зона, мам. Сейчас. Угу. Я то и делал, что только играл. Практически каждый день я только приходил со школы домой и сразу заходил на Ютуб. На тот момент Ютуб был моим единственным другом. Не болды сауна. Осылай жатая бересің ба? Не істеватсың сен? Қарашы, берші көрейші мен. Не істеватсың? Мам, дай телефон, отстаньте. Енді Ютубты не істейсің? Ютуб. Ол ашағын ба? Не? А? Қар, берші. Че там, Джиги? Сколько лет, сколько зим с вами не виделись? Че там, брат, чем занимаешься? Помните, я же вот футболом занимался, да, а вот меня в сборную страны взяли. И завтра у меня дебютный матч. Брат, красавчик. Удачи тебе завтра. Че там, брат, а ты чем занят? Да, вот недавно мы картину выставили в галерее страницы. Я не сомневался. Я не знал, что мне сказать. Чем похвастаться. Смотри, все нормально? Самую тупую фразу. Да, брат, нормально. Исма, а ты чем занимаешься? А, я просто YouTube смотрю. Ничего не обычное. YouTube? Серьезно? Ты с этим видом ничего не добьешься? Брат, тебе надо заканчивать с этим. Фон, отстаньте! Енда, Ютуб-то не стисни! Ютуб! Ола шагун ба, нет! А? Не загоняйся. Да, все нормально. Да, Джиги, вы правы. Я должен обдумать это решение. Через некоторое время я решил кардинально поменяться. Магнус Карлсон был моим кумиром. Именно благодаря ему я решил взяться за шахматы. Я изучал тактики, играл более сильными шахматистами, и это давало плоды. Я быстро получил 4-й, а затем и 3-й разряд. Но, к сожалению, я не видел своего будущего в шахматах, и по этой причине я решил забросить занятия. После разочарования я не вешал нос и решил попробовать себя в бухгалтерии. Ну и там я особо ничего не добился, и меня уволили через 4 дня. Я лежал и думал, неужели я ни к чему не способен, неужели у меня нет предназначения в жизни, и этот факт не давал мне покоя. Собрав все силы в кулак, я решился на финальную попытку. С детства я любил быть в центре внимания, чувствовал себя перед камерой как рыба в воде. И это стало последним фактором. Я решил стать YouTube-блогером. На удивление, мне стало хорошо получаться. Мой первый ролик набрал 700 просмотров, а дальнейшие выпуски стабильно набирали по 2000. Стал публиковать все больше и больше выпусков, и уже через 3 месяца я набрал 10 тысяч подписчиков. В конце я осознал, что мир – это прежде всего вера. Вера в себя.